Местные выборы в неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской области возможны только при условии участия в них украинских партий. Об этом глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мінгареллі сообщил в интервью агентству УНИАН. Он подчеркнул, выборы проведут исключительно с соблюдением стандартов ОБСЕ. Это означает, что украинские партии смогут выдвигать кандидатов, и украинские СМИ будут иметь возможность освещать кампанию. Также Мінгареллі отметил, участники переговоров по мирному урегулированию конфликта на Донбассе должны найти политическое решение, которое позволит провести эти выборы. По словам посла ЕС, благодаря этому Украина сможет постепенно вернуть контроль над территориями.